Всем привет, ребята! Я не зря стою в кабинете генерала. А может и зря, бля, может я просто даун. В сегодняшнем видео я вам хочу показать, это как происходят тренировки и лекции нашего состава. В данный момент финт наш составляет 18 целых человек, и я хочу попробовать провести какую-нибудь такую тренировочку. Вот сейчас же я объявляю строй, кого-нибудь тому дам пизды. Вы же не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, ну конечно же заходить на Amazing.rp, указывать мой промокод. Вот так вот он пишется, и получайте очень много денег. Строй на парковке, готовность 5 минут, кого-нибудь получить выговор. Кто такой Серега? Скажи мне, кто такой Серега? Открою багажник, тут достаю пакет с униформы, затем переодеваюсь. Переодеваемся вот эту вот формочку, чтобы люди сразу подобсирались. Так, смотрите, сейчас я хочу провести, получается, вам лекцию на тему субординации вашего поведения, так как это реально не дело. Поступает очень много жалоб на вас, то, что вы не соблюдаете субординацию, много на почту, доказательств, как вы ездите, оскорбляете граждан. Сейчас я буду вам рассказывать, как не стоит делать. Первая лекция на тему субординация. Хорошо, смотрите, сейчас я вам проведу лекцию на тему субординации. Субординация — это свод определенных прав, которые обязан соблюдать каждый из вас, вне зависимости от звания и должности. Получается, субординация распределяется у нас как на общение, так и на действия ваши. А именно, если быть точным, то действия в строю. Когда вы стоите в строю, вы обязаны выполнять все приказы старшего по званию, а именно тот, кто построил вас. Также не пользуемся рацией в строю. Вот, никаких лишних действий, либо же позиций. Полция анимок закончиваться. Вот. И касательно, получается, общения, вы даже обязаны обращаться уважительно с гражданами, особенно с гражданскими, так как на почту часто получаю видеофиксация о том, что вы там оскорбляете кого-то, но это вообще, ребята, не дело. Понимаю, вы на ты там к нему обратились, это там еще можно с вами провести беседу, на первый раз спросить, но когда вы ходите, оскорбляете людей, ну это же вообще не дело. Что вы можете по этому поводу сказать? Ничего, правильно я понимаю? Вот я вам сейчас скажу, то что за место да вы должны говорить так точно, за место нет никак нет, за место можно разрешить. Ко мне подходят абсолютно все и говорят, можно мне погоны? Можно мне погоны, говорят. Какие вам можно дать погоны, если вы даже элементарно не можете нормально обратиться. Так, в общем, все, вопросов никаких нет насчет субординации. Тогда лекция на тему окончена. Так, сейчас у нас придет вторая лекция на правила пользования рации. Пизда тебе, хуйня ебаная, ДЦПшник, сука, ебучий. Заморочно просит все зарку начать все с собой. Спидозная хуйня, блять. Сейчас у нас пройдет лекция на тему, получается, право использования рации, так как часто вижу от вас нарушения, а именно там кто-то засоряет рацию, кто-то говорит не по форме, кто-то вообще нарушает федеральное постановление 1.3, а это ПОЦ МГ закончился. Так, смотрите, сейчас вам расскажу то, что рация — это устройство, которое выдается вам при поступлении на нашу, получается, службу. Рация департамента вам доступна со звания старшины. Рации пользуются все, нужно уважать каждого, кто, получается, получает, либо же передает информацию. Ваша же задача — обращаться аккуратно. Так, следующее, мы переходим на тренировки. Объявляем о том, что сейчас она пройдет в спортзале. Идем вот так. Так, ребята, сейчас пройдет тренировочка в спортзале. Мы не бежим, а, получается, слушаем сейчас все мои команды. Кто не будет выполнять, тот будет... Ну ладно, сами придумайте, о чем будет. Сейчас мы все поворачиваемся налево. Сейчас за мной, шагом. Не бежим, полце на альте закончился. Шагом марш, за мной. Вот она банда, фэмили, блядь. Вот она настоящая банда. Чисто летит, бля, ебать тут трэв, нахуй, что пиздец. Просто они готовы всех убить, нахуй. Внимательно слушайте команды. Гуфи, на месте, остановочку делаем. Сейчас я даю вам команду, вы по одному залетаете. Ну, я говорю, например, залетает у нас, получается, человек, который стоит вот перед дверью, заходит, берет абонемент. Полце, если у вас нету денег, то просто занимаете. Ну, поняли, тренажер закончился. Вот, и занимайте тренажер. Так, после того, как мы позанимались, остаемся на своих местах около тренажера. Никто никуда не лезет, не летит. Ой-ой, качалка чисто, качалочка. Ой-ой-ой, какие амбассадоры, бля. Бля, фуражка сверху мешает, что пиздец. Давай-давай-давай. Хорош. Мужик. Все выходим из здания и строимся около здания спортзала. Все, абсолютно. Так, построились, Гуфи, прямо идем, прямо-прямо. Тренировка окончена.
В общем, ребята, как-то так проходит у нас лекция тренировок. Честно, я сегодня так заебался этот, блядь, построй делать. Всем огромное спасибо за ваш просмотр. Вот, мне было очень приятно, что вы уделили мне время, посмотрели и, конечно же, написали свой комментарий. Вот, напишите, что еще вам поснимать, что вам будет интересно на, получается, посту полковника. Я обязательно все комментарии прочитаю и на каждый я отвечу. Скоро увидимся.